такого предприятия, как мясоперерабатывающее предприятие «Велес», на территории Российской Федерации больше нет. И знаете почему? Свою прибыль мы не извлекаем и не увозим подальше за границу. Вся наша прибыль здесь, в Курганской области. Вот в этом стадионе, вот в этом празднике, вот в этой часовне и храме, вот в этой школе. И вы можете смело сказать: я с Велесом вместе построил будущее своего государства. Но ведь таких ребят, как мы, немалое количество и в Курганской области, и в России, их очень много везде. Это пример тем предпринимателям, которые живут и зарабатывают деньги на территории нашей страны. Большое вам спасибо, что вы к нам приехали. Давайте сегодня хорошо отпразднуем и с удовольствием проведем время. Тем более, поэтому уже люди соскучились. С праздником! Дорогой мясокомбинат «Велес», хочу поздравить вас с нашим 25-летием. Желаю нам процветания, больших продаж, улучшения. Я из Екатеринбурга, но восхищаюсь вами. Сколько же вы сделали для села? Сколько вы сделали для жителей этого села? Спасибо, дай Бог вам здоровья. Праздник вообще замечательный, эмоций куча, настроение отличное. Спасибо большое предприятию «Велес» за такой праздник предоставленный. Кого из выступлений артистов сегодня больше всего ждете? Клавы Коки. На этой сцене Клава Кока! Друзья, вы готовы громко петь и танцевать? Не обращай внимания. Просто воспоминания в твоей голове. И ты улыбнусь на прощанье, я о тебе. Просто воспоминания в твоей голове. В твоей голове. Воспоминания в твоей голове. Поздравляю! И капелька света коснулась земли, и капельку света, и кости не в зиму с собой.
всего самого хорошего. Спасибо огромное. До свидания. Берегите друг друга. Спасибо.